Так, у нас есть даже настоящий план. Или мы кружим так для веселья? Значит, эти черепашки-выродки решили отправиться на мою родину. Забудьте об этом. Пиздец от могучих мутанималов. Сначала у него русов TCRI, потом доктор Рокол активирует портал. А потом назад в измерение X. Да, я снова буду умным. Я понял первую часть, в ней есть смысл. Но я не понимаю, как мы спасем миллионы мутировавших нью-йоркцев. Но у Донни есть свой супер-ретро-мутаген. Хорошо. Добро пожаловать в измерение X. Это сработает, правда, Донни? Черт, да! И как только мы превратим всех людей назад, Рокова наведет на нас портал Крэнгов и теоретически телепортирует нас обратно на Землю. Здесь стало на 23% лучше. А я знаю способ сделать все лучше в 1000 раз. Вероятно. Возможно. Да, мы обречены. Это шикарный план, Раф. Измерение X. Майки! Дикарь Майки из измерения X вернулся! Мы идем. Я лишь надеюсь, что мутанималы все не испортят, если они не смогут открыть этот портал. Снова костюмы! Просто оставь его. А, хорошо, дикарь Майки, так где, по-твоему, Крэнги держат всех этих мутировавших людей? Оу, Крэнг! Вот они малы! Вперед! Постой! Я могу засечь их с помощью моей органической антенны! Дави, Крэнга! Док! Туда! Ты слышал его, Донни? Полный вперед! Подготовь портал к открытию! Уже взламываю! Док, мы должны продержать портал открытым ради нашего города. Это невозможно! Они продолжают прибывать! А мы начинаем сдавать позиции! Пиши! Хлеб! Отдай мой хлеб! Биодроиды! Ирмоботы! Мы... Портал открыт! В феноменально колоссальном состоянии опасности. Уничтожить мутантов! Мутанималы, не подпускайте их к Рокволу! Да, они справились! Невероятно! Поднять паруса, господа! Наш пиратский корабль вот-вот вплывет в измерение X! На помощь, друзья! Приготовьте свои конверты кислорода, ребята! Моментальный усилитель!